Ребят, всем привет! Вы на канале Папа Фан Ва Машинки. Это игра Hill Climb Racing 2. И сегодня у нас будут вызовы популярные и против друзей. Так, мои вызовы. Я вот как бы закинул вызовы друзей вот в эту вкладочку «Мои вызовы». Ребята, и смотрите, сколько тут набралось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь вызовов. Вызовов, ребят, восемь штук аж. Так, Саша Лайф, Семёныч, Пепелац. Ну, постарался разных как бы игроков закинуть сюда, чтобы попадали у нас разные друзья. Они одни и те же. Так, Скрудж, Макс Рулит, Спиди, Рустим. И от Рустим у нас две штуки, да? Один на чопере и на танке один. Ну что, ребят, давайте начнем мы с... Эй, 50 секунд? Серьезно, главная дорога? Вау, ребят, какая-то длинная трасса получается. 1600 проигравших, то есть победители, 51 тысяча проигравших. Давайте начнем с самого легкого. Так, ладно, все, поехали, ребят, это у нас... Что это у нас? Это у нас популярные, да. Пока что популярные. Блин, куда он улетел-то? Эй, приятель, ты где есть? У-у-у! Че, серьезно? Окей, я тоже разобьюсь тогда. Счет, ребят, даже не ожидал, что он так быстро разобьется. Так. Это пройдено. Давайте воскресный чемпион водный. Чего? Водный путь, ребят. Водный путь. Давайте начнем заново. В принципе. Подождите, а что это у нас не пошло? Вот так, подождите. Ребят, что-то я не понял. Ну что ж ты подвисаешь-то? Так. Один кристаллик тратим, начинаем заново. У меня там с настройками чуть неполадки были. Так, ух ты ж, ёшкин ты макарёшкин. Old Farmer. Old Farmer. Слушайте, знакомый ник. Где-то я его уже видел. Дружище, я первый. Нет, я первый все-таки. Нет. Блин. Ребят, ну ладно. Хорошо, ладно, пропускаем его, потому что у нас впереди еще вызовы друзей. Надоело рекламу, не забывайте, что любая покупка удаляет. Любая покупка удаляет рекламку. Понятное дело. Так, ну что, пробуем. 50 секунд. Что это за трасса? Всего лишь, в принципе, 450 метров. Но у нас тачки, не забывайте, что не прокачаны. Поэтому, наверное, только много времени займет эта поездка. Ёшкин ты макарёшкин, ребят, что творится. Смотрите-ка. Ё-моё. Ничего себе, это вызов у него, блин. Кевин на непрокачанной формуле ехать по горе. Да, безумие. Это, ребят, реально безумие. Так. Что-то вот я совершенно не понял, почему очень много проигравших. Вопрос еще тот. Почему? Наверное, потому что они тупо не смогли заехать куда-то наверх. А я вот с первой попытки пока что. Еще не конец, как бы. Но пока что я лидер. Ребят, смотрите-ка, все, доехал. На изи. На изи. А почему столько проигравших у нас, непонятно. Аж 53 тысячи проигравших, 1600 победителей всего лишь. Это какой-то бред. Так, давайте все-таки Old Farmer мы с вами накажем. Old Farmer, в принципе, тебя можно обогнать. Ты не настолько круто едешь. Но и я, конечно, туплю. Вот здесь, ребятушки, можно обогнать. И дальше, главное сейчас вот, ребят, главное сейчас не отдавать позицию. Не тормозить. А! Конечно, не тормозить. Блин, да капец, ребята. Так, ладно, пропускаем, бог с ним. Пусть едет дальше. Кубок, городская вода, не погружайтесь, ребят. Короче, здесь используем всего лишь по одной попытке. По одной попыточке. 8 заездов против разных игроков. Ну, 2 заездика там против одного. Ну, разные трассы. Так, так, давайте посмотрим сначала, что мы можем сделать. Саша Лайф. Посмотрим, как он проехал. Вот здесь он прикольно так залетел. Так, ну что, тачка слабая, очень медленно едет, и, ребята, давайте мы тоже попробуем.
Я не знаю, как-нибудь надо попробовать все-таки вырваться вперед. Ребят, мы должны как-то... Ох ты ж, ёшкин-то макарёшкин. Что-то я, по-моему, сделал уже ошибку, да? Ой, нет, все, это провал, да? Я вообще не залетел даже. Короче, это надо пару попыток пробовать. Ну что, давайте дальше. Допустим, это мы с вами проиграли. А почему не числится... просто... А почему мое время не светится, я не понимаю. Ребят, не понимаю, почему. Это что за глюк-то? Так, давайте здесь попробуем. Смотреть мы даже не будем. Сейчас просто с первой попытки просто пробуем победить нашего Семёныча соперника, да? Семёныч. Семёныч. Как я отстал. Это все. Это конец. Так, вот такая вот трасса у нас. Давай. О, время наконец появилось, да? Нет, от Семёныча появился, а Саша Лайф почему-то у нас время не светится. Может, он просто удалил просто этот заезд уже? Как бы давно удалил, а я только решил покататься, да? Кубок по скоростному спуску. Руины, Пепелац. От Пепелац 3 победителя, 2 проигравших. То есть у него в друзьях кто-то есть. Иха! Блин, надо было посмотреть, как вообще здесь ехать, кстати. Я чё-то даже не знаю, ребят. Ну, на изи, в принципе. На изи. Да, хорошо. Давайте дальше. Давайте дальше. Саша Лайф, мы с вами играли. Новый, так. Скрудж. 1135 метров. Тоже такая интересная, конечно, поездка. И не длинная. 1135 всего лишь, ребят, но... Это у нас супер джип, по-моему, тачка. Но я решил все-таки тоже в нее погонять. Почему нет, ребят? Дистанция не длинная. Тачка, по сути, у нас получается слабенькая. И я думаю, интересно будет проверить, что это за заезд. Что там такого прикольного, что он мне кинул вызов. Сейчас мы проверим, насколько здесь сложно или легко. А, там, скорее всего, он не смог дальше заехать на горочку. На серьезную. Ладно, короче, ребят, едем. Сколько? 1000. Ну, 1200 проедем, и уже будет у нас победа. Шестьдесят метров пока что, ребят. И у нас начинается горочка. В принципе, так, усилитель задних... Колес у нас стоит, смотрю. Когда мы едем на задних колесах, у нас срабатывает эта штука. Пятьсот метров остается, ребят. Всего лишь каких-то жалких 500 метров. Но скоро начнется крутой подъем. Очень серьезный подъемчик у нас будет. Ребят, 200 метров остается. Так, он проехал 1000, там сколько? С 1100 с чем-то, ребят, проехал. А мне, соответственно, 1200 проехать, и все будет нормально. О, блин. Слушайте, а вот здесь он, похоже, завис. Вот здесь он, похоже, приплыл. Вот это то самое место злополучное, где он просто застрял, ребят. Ух ты, я заехал. Я заехал, я смог это сделать, а он, похоже, не смог, да? Так что можно смело разбиваться, потому что я уверен, что я победил. Так, сколько? 1225, а он 1135. Ну да, на эту горочку он, получается, не смог заехать. Так, ну что, продолжаем. Воскресный чемпион в гору с ветерком. Макс рулит. Так, хорошо. Что у тебя тут, Макс? Давайте посмотрим. Что здесь? У тебя такого серьезного? Кстати, у тебя стоит, смотрю-ка.
усиленный турбо. Ёшкин ты, хорош скакать, Макс, успокойся, ну ты что делаешь-то? Я ж тебя так вообще не догоню. Ну давайте еще попыточку используем. Надо бы вообще посмотреть сначала, как он едет, потом уже сделать вывод, ребят, и уже самому пробовать. Блин! А вот это вот сейчас было не очень. Вот это сейчас было у нас вообще отвратительно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ладно. Макс здесь у нас лидер. Это надо пробовать, ребята, экспериментировать самому. CSR Racing. Кто-то мне, кстати, советовал поиграть в эту игру. Куда вы пропали? Верните мои вызовы. О, спасибо. Новенькие появились, смотрите-ка. Новые от друзей появились. Ничего себе. Так, прикольно. 2679 на баге для песка. Так, что у нас там дальше-то? Спиди. Спиди. Подземелье. Кубок шахты. 8 проигравших. 0 победителей. Так. Это что за дела? Ты что такого ты здесь сделал? Что ж, 8 проигравших, 0 победителей. Бля, что за дела-то? Уху! Блин! Здесь, похоже, пока я доеду, я просто разобьюсь в хламину, просто пока доеду, да? Да хорош, Спиди, ты серьезно? Да куда ты все так летишь-то, ребят? Что это бешеный? Так, давайте еще попробуем. Просто мне интересная трасса. Интересно, он проехал. Но здесь, в принципе, его можно обогнать, ребят. В принципе, его можно обогнать. Но чё-то я туплю, похоже. Да, ребят, чё-то я туплю, похоже. Ай! Нет, не обгоню. Такими методами не получится проехать, обогнать его. Давайте еще разок потратим. Сейчас попробую ехать как угорелый, ребята. Блин, вот здесь он не врезается, ребят. Ну что сделано? Я просто считаю все стеночки. Да ёшкин ты макарёшкин, я вообще разбился. Ха. Так, хорошо, ладно, пропускаем. Капитанский журнал, 13547, Кубок лесов, Рус-Тим. Так, у него два заездика у нас от него. На разных тачках. Ничего себе, у тебя тут стоит штука. Идеальное приземление. Серьезно? Блин, ты меня обогнал. Рустин, хорош. Меня все обгоняют, ребят. Меня все обгоняют. Так, Рустим, руины, кубок по скоростному спуску. На чопере. Вау, он здесь, скорее всего, будет летать. Блин, надо было посмотреть, как он, ребят, сейчас будет ехать. Аж наверняка он сейчас будет взлетать. Что я сделал, не знаю. Без понятия, ребят, что я делаю. Смотрите, что делает, а. Красавчик вообще. Бешеный. Чопер. Бешеный. Мотоциклист. У нас там финиш, в принципе, уже. И-и-и. Так. Давайте повторим. Вот я вообще поражаюсь, как вы так делаете, ребят. Много кто на чоперах гоняет, ребят. Блин. Ну я тебя точно не догоню. Надо, короче, учиться, чтобы так делать. Нужно учиться, ребят. На самом деле. Так, на 3 секунды. Ну, на 2,5 секунды позже приехал. На 2,260 даже. Ну что, ребят, у нас еще 4 вызова там каких-то было. Новеньких, да? Давайте тоже проверим. Лесной кубок, летающее бревно. Серьезно? Ребят, здесь где-то летает бревно. Игорян, добрый Игорян, хорош, подожди, хоть ты мне уступи дорожку-то, блин, дай мне победу. Нет, ребят, я сегодня, короче, всем сливаю. Это нужно, знаете, где? Это нужно заходить в кубки, где без рейтинга, там можно экспериментировать своей тачкой. Идеально, как бы, проехать и кинуть можно вызов.
друзьям. Так, пока все еще здесь есть, давайте продолжим. Еще шахты на самом дне. Knight 9. Давайте посмотрим. Ой, у тебя что, скакамба стоит? Скакалочка у тебя... Вау! Ты что сейчас делал? Ребят, вы посмотрите, что он делает. Я в шоке просто. Вау! Слушайте, а эта скакалка дает нам ускорение, когда скачет, когда стоит эта штука. Ребят, ничего себе! Она дает... Вот это я вообще не знал. Ребят, честно, я не в курсе. Я даже не думал, что он умеет так делать. Ну-ка, давайте повторим. Ничего себе, вы просто открываете мне глаза. Вы просто показываете мне что-то новенькое, ребят. Ух ты. Вы посмотрите. Она реально? Слушай. Он здесь вообще проскакал, даже не заметил. Он даже не видел, что это такое здесь творится. Посмотрите, колесики. Блинк, и проскочил, ребят. Ничего себе скакалочки. Они реально ускоряют. Вы посмотрите. Ха, вы посмотрите. Ха. Вот это да. Когда скачешь, получается, и срабатывает еще эта штука. Идеальное приземление. Ничего себе, спасибо. Я даже не знал, ребят. Я даже не знал, что эта штука так работает. Knight 9, ты вообще безумец какой-то. Спасибо, что показал что-то новенькое для меня. Так, а здесь что? А, 400 метров. Скрудж. Опять, кстати, скрудж у нас. Ага. Так, ну я тебя здесь, похоже, на изичи обгоню просто. Потому что ты уже отстал. И я тебе просто не дам обогнать меня, догнать не дам. Надеюсь. Я ж не знаю. Ох ты ж, ёшкин. Хотя нет, не ёшкин, все нормально. Так, что он там кувыркается. Есть. Угу. Дальше давайте. Город Скрудж. Опять Скрудж. Город 2679. Блин. 2679. Ребят. Ладно, давайте попробуем. В принципе, 2600 это недалеко, но, блин, самая моя нелюбимая трасса это город. Самая безумная трасса это город, по-моему. Самая сложная. Где можно нарваться, вообще просто провалиться в воду. И все, ребят, пиши пропало. Кто так тоже думает, ребят, для кого трасса город тоже кажется сложной, пишите в комментариях. Да. Либо ставьте лайк. Так. 500 метров есть, остается 2000 метров, 2 километра всего лишь. Давайте пофинтим немножко. Эй, ты что залагал, ребят, что-то у нас лагать начинает. Как бы у нас игра вообще не вылетела. Давай, малыш, давай, ребят, 800 метров уже есть. Остается. Да я так, 900 уже есть, 1000 метров. Остается, ребят, ну можно сказать, 1600 метров остается. Где же, в каком же месте он навернулся? Скорее всего, утонул, ребят, где-то с мостика, наверное, свалился. Так, 1200. 1300 остается ровно. Ай, вот здесь тоже стрёмное место. Блин, блин, забыл я про нее, ребята. Я забыл про нее. Так, ребят, ну забыл, значит, все на этом пока. Надоела реклама. Задонать хотя бы рублей 70 на минимальное количество кристалликов. И рекламка у тебя пропадет. Но не забывайте, мы без доната играем. Играем как обычный пользователь, у кого нет, у которого нет денег, даже на покупку самого нищебродского пака с кристаллами за 70 рублей 200 кристалликов. Так что, ребят, мы ничего не покупаем, мы чисто играем на, ну, голышом, можно сказать. Уже, тем не менее, уже как бы с самого начала, сколько я, 3 недельки уже играю и 439 кристаллов накопил, при том, что я их периодически трачу. Так что, ребят, пока на этом все. Ну что, следующий выпуск будет у нас завтра. Ну, с ивентиком, наверное. Ребят, добью я ивент и откроем мы с вами сундучок. Дальний удар. Так, подписывайтесь, жмакайте на колокольчик. Ребят, кстати, не забывайте кидать свои вызовы. Я их отберу.
закину в мои вызовы. Давайте сейчас пока удалим все это дело отсюда. Почистим. Освобожу место для новеньких вызовов. И, ребят, кидайте свои вызовы. Не забывайте. Эй! Хорош чудить-то. Да, ребят, подписывайтесь, жмакните на колокольчик. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь, кстати, на канал, кому не сложно, на канал Папа Фан. Просто Папа Фан, ребят. Ну, увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.